А скажи мне, с чем к тебе люди обращаются? Какими вопросами, задачами? Столько разных. Кто-то очень такой домашний, да, там отношения, допустим, с муж с женой, или там с детьми, или отношения по бизнесу, по работе, или там какие-то построения планов или чего-то, то есть у людей страхи и невозможности. Пенсионеры, да, когда уже выросли внуки, они теряются, что делать, да? Да, вот это, кстати, то есть вообще обращаются, я даже перечислить не смогу, но мне абсолютно без разницы. Переход в так, он не дает уровней. То есть он не дает, ты в первом классе, в 10-м институте, или ты там... То есть неважно, кто как бы с тобой общается, по какому поводу. Абсолютно нет. Дело в том, что тот, кто подходит, я слушаю и смотрю на то, в чем он. Да? И там, где у него есть жалобы, боль, хмура какая-то, я там, глядя и видя это, предлагаю возможные варианты, да, как это ему самому увидеть, познать и менять. У меня был период, когда я для других это делала, да. Угу. Я произносила фразу, и она начинала перестраивать их жизнь. Но в какой-то момент я поняла, что происходит что? Спустя какое-то время человек опять ко мне приходит. Mm-hmm. И я поняла, что он начинает на меня просто вот, ну, не знаю как, зависеть, что ли. И вот здесь я сказала, хватит. И вот эта вот вся программа «Переход в так», она дает возможность вне зависимости, то есть абсолютно свободно человеку узнать просто технику, как это делается, и самому переходить. Потому как только он знает, какой путь он прошел, какую жизнь прошел. Некоторые вещи ему, допустим, неудобно сказать перед другим. Mm-hmm. Да? Ну, ладно, я могу просмотреть и сказать, ей, слышь ты, у тебя вот там торчит что-то. Но именно техника дается, каждый сам может легко это делать. Если ему надо просто в семье порядок навести, он это сделает и наведет порядок. Надо ему с деньгами привести что-то в порядок, он приведет в свой порядок, как хочет он, на работе или в бизнесе, со здоровьем. То есть вот без разницы, она достаточно вот уникальна в том смысле, что инструмент один, но прикладывая его к любой области, он все объединяет. То есть он целостно решает сразу все задачи. Да, потому что если вы решили отношения, у вас восстановилось здоровье. Если вы решаете здоровье, у вас начнут выстраиваться отношения. Если вы выстраиваете деньги, то у вас будет и здоровье, и деньги, и отношения. Потому что все в этом мире – это всего лишь отношения. К деньгам ли, к людям ли, к детям, к поездкам, отдыху – везде отношения. Но базовый курс, он как раз и выстраивает эти отношения, обучает ум строить их без перестраивания другого, а вас. И вот когда вы познаете, как вы свою жизнь выстраиваете, как вы свое пространство выстраиваете, вот здесь начинается просто внутренний какой-то вот азарт. Украшать свое пространство. То есть вот его отшлифовать, чтобы этот бриллиант, вот все грани, вот прям вот так. Но каждый, попадая в этот свет этого бриллианта, конечно, ему тоже хочется. Конечно, да. Всем хочется сиять всеми гранями. Да, и вот эта возможность есть. Многие вот задаются вопросом, как познать себя? Техника «Переход в так» – это четкое познавание только себя. Угу. Познавание, определение, где что боль несет, как изменить на то, чтобы добро несло и радость. То есть очень… То есть все равно, собственно, с чего начинать? Я в каком смысле? Что это не важно, с какой задачи.
Абсолютно. Ты начнешь, вот какая актуальна, да. Ну и надо решать. Абсолютно. То есть, если для тебя сейчас стоят задачи, связанные с деньгами, значит, надо решать эту задачу. Конечно. И приводя в порядок эту задачу, да, оно начнет трансформировать и все остальные области. Абсолютно. Жизни. С какой точки вы начнете? В один день, вот в один миг входит целая жизнь. И если сегодня у вас вопрос с деньгами, и вы его будете решать, прекрасно, вы все равно пойдете через отношения. Если у вас недоразумение в семье, вы пойдете опять через отношения. Если у вас нюанс со здоровьем, вы все равно пойдете через отношения. Но личностные отношения выведут вас на ваше отношение к миру. И вот познав его, тогда у вас и сложится чик-пазл. Это я создаю свой мир. Я не могу создать твой мир, да? Я не могу создать ее мир, но я могу создать свой мир. И когда я прихожу в твой мир, да. Мне он очень нравится. Да, поэтому люди входящие, им и уютно, и комфортно, им помолчать комфортно, поговорить, потому как мой мир очень внимателен к входящему. Потому что у меня уже все хорошо есть. А теперь входящий. Лен, а какая у тебя сейчас область новизны? Ну, ты же говоришь о том, что когда мы идем в такт, да, у нас все время открывается новое, 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 новое. Вот ты сейчас в какой новизне? Грани бриллианта шлифую. То есть они уже определились? Да. И осталось только отшлифовать. Так легко ты сказала. Ой, так приятно. Осталось только... Да. Людмила Васильевна, я очень тебе благодарна. Здрасте. Валюся стала Людмила Васильевна.